У убитой девушки-волонтера Яны Шишман осталась 5-летняя дочь и брат. Полтора месяца назад она похоронила мать. Частный дом, в котором произошло убийство, принадлежал самой Яне. Но она заложила его в кредит, чтобы найти деньги на операцию маме, которая болела раком. Убитые два мужчины и женщина. Мужчины 72 и 73 года рождения, жители Одессы. И женщина 1985 года рождения, жительница города Болград. На месте также изъято огнестрельное оружие, нарезной карабин калибра 7,62. Также на трассе Одесса-Рени в районе поселка Дальник огнестрельные ранения получила семейная пара. Они были остановлены знакомыми людьми. В результате общения один из мужчин достал также огнестрельное оружие, применил, то есть он смертельно ранил женщину и ранил мужчину. Затем они загрузили Злоумышленники загрузили мужчину и женщину в автомобиль, однако они не рассчитывали на то, что мужчина жив. То есть в ходе движения автомобиля произошло то, что была как борьба, и злоумышленник, испугавшись, оставил автомобиль и сбежал. Раненый мужчина сел за руль и около двух столбов обратился за помощью к ДПС. Девушку 1987 года рождения спасти не удалось. Стрелявший задержан, соучастник преступления успел сбежать за границу. Павел Репин, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.